Нет ничего невозможного, если у вас есть чувство ритма, и вы можете, например, пропеть. Вот я, например, напою вам. Если вы хотя бы где-то чуть-чуть по нотам попадете, то у вас есть голос, и вы можете его дальше развивать. Или, например, как проверяется ритм там. Если вы можете это повторить сейчас вот на данный момент, то в принципе вы можете заниматься вокалом. Ничего сложного нету. Обычно, когда я там еду в метро или я еду за рулем одна, еще где-то, я всегда мычу, потому что закрытый рот – это основа. Когда я училась в академии, я всегда думала, почему же нас там целый год мурыжат для того, чтобы мы там. Потому что это основа звука. Когда ты мычишь, ты открываешь все свои резонаторы. Когда я слышу, что на этих нотах у меня идет звук, тогда уже я перехожу на. Нужно петь так, как ты говоришь. Вот я разговариваю так, и я так же пою. Я разговариваю вот так, и я вот так же пою. Вот. Я о тебе так сильно мечтала. Я о тебе так сильно мечтала. Только ты немножко добавляешь распевности. Я пою, как я говорю, я пою, как я говорю, я пою, как я говорю, я пою, как я. В общем, если вам интересно реально, ребят, напишите мне, я сделаю свой онлайн-курс, и вы сможете освоить вокал со мной вместе. Я буду вас курировать, вам помогать развиваться в этом направлении, если вам это интересно.